أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Махди Хаджи, несколько дней назад вы сказали, что есть хадис нашего пророка, саласам, что райская земля это в Дагестане. Ну, не буквально, конечно, но все-таки подобное. И что это дверь в рай тоже в Дагестане. Появились сомнения, говорят, у нашей молодежи, то, что есть такой хадис нашего пророка, саласам. Они говорят, что за глупость, нету такого хадиса. А если даже и есть, они говорят, покажи мне там. И страницу, где это написано. На этот вопрос я не смог ответить, говорит, и, ну, сколько бы ни писали, значит, большое письмо, ну, они, говорят, нету, говорят. Мы тоже покажем, иншаллах, рахман. Я знал, конечно, что негодный человек, но настолько, чтобы не верили, я не знал. Поэтому придется показывать. Вот эта книга «Файлул Кадир». «Файлул Кадир» — книга хадисов. «Файлул Кадир», еще раз говорю, второй том. Страница у нас получается 23-я страница. Значит, люди, когда видят от кого-то такие действия, которые толкают на сомнение, их на сомнение можно оправдать. А когда не видят, такой бухтан ставить на человека нельзя. Ухзу Казвин. Это хадис, еще раз говорю, книга Файзул Кадир, том 2, под номером 1216 хадис. Ухзу Казвин, фа иннаху мин а'ля абвабиль джанна. Ухзу, делайте газават на Казвин, фа иннаху поистине это мин а'ля абвабиль джанти, из самых высоких ворот рая. Дальше идет комментарий к этому хадису. Имам Рафии рахмаллах говорит, фа иннаху поистине это, когда говорится, то, что мы называем это, можно говорить о самом газавате тоже, не Казвин, не место, а газават, большой ворота рая. Также можно ее повернуть на место тоже. И что это такое? Бимана, смысл этого хадиса имам Рафия переводит. «Анна тилькаль бук'ата мубаракатун мукаддасатун». Поистине это место баракатное и святое. «Ва аннаха тасиру фил ахирати мин ашрафи бика'иль джаннати». И она в ахирате станет самым достойным мест в раю. «Фала ялику айякуна масканан лил куфар». Она недостойна быть местом для неверных. Вот так приводится в этой книге. «Файлул Кадир». И мы не врем. Если человек скажет, что Казвин это не Дагестан, значит, вот сейчас, алхамдулиллах, появились современные книги, которые называются «Атлас аль-Хадиси ан-Набави». То есть, когда вы в хадисе видите какое-то место, вы из атласа можете найти, о каком точке идет речь. И вот сейчас, вообще в прошлом году, вот четыре халифа, их газаваты, четырех халифов, это Усман ибн Аффан, алейхиссалям, о его жизни идет эта книга. Значит, вот это в прошлом году буквально мы купили, значит, и вот они появились только-только. Значит, в этой книге мы смотрим это место. Жалко, конечно, что вы все это издалека не увидите, но я постараюсь высоко поднять. Видите, вот здесь Азербайджан, Азербайджан. Вот здесь, вот это море, которое мы видим, Каспийское море, да, написано «Бахруль Хазар Казвин». Хазарский каганат, наверное, вы слышали, да? Наше это место называли Хазарский каганат. А это Хазарское море, Бахру Казвин, Абаими называли. Вот здесь, наверху, вот здесь, вы видите Дарбенд, Дарбенд, Дербенд, видите, да? И под ней написано «Бабуль Абваб», «Врата ворот». Вот так назвали это Дербент. «Фаиннаху мин а'ля абвабиль джанна». Вот это речь идет о воротах, и самых высоких ворот рая. Вот так пророк саллаллаху алейхи ва саллям тоже сказал. Ну, мне хочется, чтобы это был нас. Так и пишется. Никакого сомнения в этом тоже нету. А если кто-то хочет, чтобы Дагестан туда не попал, пусть не верит в это. Мы что можем говорить? Но все-таки лучше же, если попадет. Как сказано. Зачем много сует, много разговоров? Значит, и мы, еще раз говорю, нельзя сомневаться, я говорю, не настолько же испорченные, что мы, значит, даже вот такой ребенок от пророка говорил ложь от имени пророка. Но настолько быть испорченными нельзя. Человек о себе судит, говорят. И тот человек, который то, что сам делает, нельзя ему говорить, что другой тоже способен на это. Пусть Аллах нас не сделает способным на такое. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.